Джонс против Джонсона, Белокси, Миссисипи, 5 июня 1999 года. Был ли в истории бокса еще один такой боксер весом 175 фунтов с такими быстрыми и мощными руками, как у Роя Джонса? Он очень талантлив и все время прибавляет. У Роя Джонса появляется преимущество, когда он немного расставляет ноги. Удары Джонсона постоянно проходят мимо. Серия мощных ударов Джонса. Джонсон уходит вниз и в сторону, прикрываясь правой рукой. Нет ничего обидного в том, чтобы проиграть такому великому боксеру, как Рой Джонс-младший.